Частный дом на двух хозяев, спрятавшийся за новостройками по улице Маршала Жукова, с приходом зимы перешел в режим постоянного противостояния с холодами. Речь идет о половине частной постройки, в которой живет Александр Монастыршин. На его квадратных метрах столбик термометра не поднимается выше 5 градусов, когда за окном ниже 20. Сохранить маломальское тепло помогает небольшая печь и тепловентилятор. В принципе, мужчина живет так много лет и не жалуется. Говорит, так сложилась жизнь. К СМИ его заставило обратиться вот что. Некоторое время назад неизвестные выбили ему окно. У меня было вот, стекло добытое. Я бы его вот оставил потихоньку и дом это протопил. Пару месяцев назад в дом к Александру пробрались неизвестные и поживились тем, что нашли. А мужчина до сих пор так и не решил вопрос с окном. Он обратился в полицию. Пока жуликов, которые могли бы возместить ущерб, не нашли. Сам он, говорит, не имеет возможности вставить новое окно. Два ведра растопил, вот 6 градусов только стало. Это, ну. А сколько у вас сопля в общей сложности есть? У меня деньги все украли. А... парень, который возит уголь, я вот раньше брал большую машину, а сейчас денег нету, вот, ну, я пенсионер, да, он мне по тонне возит. Я ему позвонил, я говорю: Антон, привези, пожалуйста, тонну. Вот он привез, ну, в долг. Как известно, в нашем городе о жителях все знают старосты. Мы обратились к старости жилого района Полярны. Римма Байкалова сказала, что свяжется с Александром Монастыршиным. Зимовать без окна мужчину не оставят. Константин Аникин, Артем Авзараков, новости.